каждой масти, что, как говорит, помните, каждой масти по пясти. А так что будем молиться друг за друга. Молитесь друг за друга, да исцелеете. Много вам может молитва праведного. Посмотрим, как же нам стяжать жизнь вечную. Апостол Павел говорит нам так. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемы сверх силы. То есть Господь не попускает нам, чтобы мы были попущены сверх силы. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. Помните, что верен Бог, и что Он при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Но прося Господа, не введи нас в искушение, мы допускаем возможность этого искушения, могущего всегда нас постигнуть. Вот часто люди говорят, батюшка не справится с искушением. И действительно, вы помните, наверное, как враг, как лев рыкающий, исти кого что? Поглотите. Вот. И часто бывает, что как огнем опаляет. И страсти человек не может перенести. И впадает что? В грех. И спрашивают, как же бороться-то с этим грехом? А бороться нам дает опять апостол, что сей род изгоняется только что молитвой и постом. Как будто мы знаем, но не выполняем. А почему? Потому что страсти бывают такие, что человек не знает, куда кинуться. Поэтому молитва и пост побеждают.